Стреляй метко, беги быстро. Охотники из нескольких районов Саратовской области состязались в охотничьем биатлоне. Эти соревнования больше походили на фестиваль. На площадке царила уютная обстановка. Ну а поскольку все участники знают друг друга давно, то перед началом биатлона готовились к старту и рассказывали, как прошел для них охотничий сезон. В этом году в соревнованиях приняли участие 26 человек. Состязались как в личном, так и в командном зачете. Итак, для того, чтобы победить своих соперников, охотнику необходимо было пробежать дистанцию в 1,5 километра, поразить мишень в виде дикой хрюшки, а затем преодолеть еще 1,5 километра до финиша. Конечно, передвигаться по рыхлым снежным сугробам довольно сложно, поэтому обязательное условие – наличие охотничьих лыж, которые должны быть определенной ширины и длины. Стрельба по мишени производится только с охотничьих ружей любого калибра. По времени преодоления дистанции и по качеству стрельбы охотник получает баллы, по которым и определяется его место в турнирной таблице. По итогам этих соревнований в личном зачете лучшим стал Эдуард Обломов, а среди 8 команд первое место заняли охотники Балаковской АЭС, второе у команды из Балтая, третье завоевали участники из областного центра «Сокол Саратов». Приз победителю – кубок и лицензия на охоту в следующем сезоне на все разрешенные виды диких животных.